Уважаемые коллеги, мы начинаем в этом году новый цикл конференций, который мы проводим с нашим большим другом Александром Васильевичем Гориловым, и мы с ним договорились, что эти конференции будут проводить два отдела, то есть отдел детских инфекций, отдел инфекций, да, просто назовите свое учреждение. Центральный институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Как вы просите. И в качестве педиатрии имени академика Спиранского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ну и поскольку, чтобы не очень сильно повторяться, мы с Александром Васильевичем придумали, что наши четыре конференции в течение года, они все-таки будут тематические. Ну, понятно, что бесплатный сыр бывает в мышеловке, поэтому есть определенные спонсоры. Естественно, будут какие-то доклады, да, для того, чтобы сидеть в таком красивом здании, как мэрия. Но, тем не менее, сегодняшняя конференция в основном посвящена респираторным инфекциям. И поскольку отдел Александра Васильевича, он был новатором верификации всех самых новых, потрясающих инфекций, да, первой диссертации на тему боковируса, метапневмовируса и так далее, норовирус, это все было сделано в отделе. Поэтому сегодняшняя конференция, как раз мы и хотели попросить Александра Васильевича, его сотрудников, чтобы они нам рассказали именно конкретно вот про эти инфекции, да, с позиции инфекционистов, что там есть особенного, может быть, то, что мы все мечтаем о клинической картине, рассказать вот о том, что может быть это такая инфекция. Ну, например, боковирус может иметь кишечный синдром, да, в отличие от других респираторных вирусов, а метапневмовирус может напоминать респираторную синусальную инфекцию. Поэтому следующая конференция, она, мы вам дать сегодня скажем, следующая конференция с Александром Васильевичем, она будет в преддверии сезона кишечных инфекций, поэтому она будет в большей мере посвящена кишечным инфекциям. Третья конференция уже где-то сентябрьская, она будет посвящена герпес-вирусам. И основная идея – лечить или не лечить анализ. Вы знаете, что какое сейчас безобразие, за счет пациентов на огромные суммы сдаются эти все герпесы, пугают, лечат пациентов, у которых повышены антитела к ядерному антигену, иногда назначаются длительные курсы совершенно ненужной токсичной терапии. Да? Поэтому вот та конференция, а то, что будут делать сотрудники нашей кафедры, это клиническое осмысление этих инфекций, да, поскольку мы будем пытаться, например, вот то, что касается герпеса, мы уже придумали, например, мы поднимем старые работы, пригласим Владимира Викторовича Грина, который сделал диссертацию на тему поражения почек, да, связанное с вирусными инфекциями. У него были очень интересные фрагменты. Поэтому, опять же, вот этот металловирус моче нашли, лечить или не лечить. Да? Поэтому вот такая конференция, посвященная герпесу, будет у нас осенью. Ну и последняя, она будет уже сосредоточена на тех инфекциях, которые редко звучат. То есть мы поговорим о паротите, его осложнениях, о красноте и так далее. Ну и не в рамках медфорума, а в рамках нашей конференции 21 марта мы проводим с участием сотрудников Александра Васильевича потрясающую конференцию, она будет посвящена кори. И мы пригласили Андреа Ловичио из Италии, который наблюдал, он является сейчас основным экспертом по кори. К сожалению, он нам сообщил при предыдущем своем приезде о том, что 47 пациентов умерло от осложнений кори в Европе. Поэтому он расскажет взгляд европейский, особенно с акцентом на лечение. Ну, а мы тоже расскажем вам об осложнениях кори, о том, как ее лечить надо в настоящих условиях. Пожалуйста, Александр Васильевич, несколько слов про нашу конференцию. Скажите. Уважаемые коллеги, мы открыты для диалога, и поэтому любые насущные проблемы мы готовы осветить. Какие-то инфекции, может быть, есть необходимость вспомнить, есть возможность поговорить о редких заболеваниях. Мы знаем, что в настоящий момент на первый план выходит еще медицина путешественников. Москва все-таки является таким городом, где большинство, казалось бы, экзотических ситуаций, таких как лихорадка,
Денге, лихорадка скалистых и пятнистых гор, или цуцугамуши, все что угодно, встречается достаточно часто. Зачастую мы пропускаем, так как они протекают первые моменты, так как они протекают под маской респираторных инфекций, а чаще всего их, сезон путешествия приходится на сезон респираторных инфекций. Поэтому, может быть, есть смысл остановиться и на этой ситуации. Но бесспорно, анонсируя ситуацию по герпетическим инфекциям, я считаю, что у нас две основных беды – это лечение лимблиоза и до бесконечности мы лечим анализы. И вторая – герпетические анализы, которые трактуются абсолютно по-разному. И некоторые слюны выделяют, некоторые из мочи предпринимают различную тактику. Но предваряя нашу конференцию, мы представим обязательно впервые описанные в России и всего лишь десятые случаи, хромосом-интегрированная форма, когда на протяжении в 10 семьях, на протяжении трех поколений герпес шестого типа, встроенный в хромосомы, передается, и при проявлении хромосом-интегрированная форма, которую, напомню, можно диагностировать только по обнаружению в ногтях, пластинах ногтей и волосах, мы также представим Лен Валерьевну, это ее докторская, она сейчас на завершающем этапе, но этот фрагмент завершен, наряду с генетическими исследованиями, что тормозил немножко трактовку. В тот же момент в Москве появился удивительный метод, о котором мы также поговорим, который позволяет нам понять, это литическая форма или активная форма, или форма, которая относится к числу персистирующим и лечить, и обращать на которые не надо, поэтому предложим совместно с Ириной Николаевной свои диагностические взгляды и акценты. И, наверное, нам нужно подумать и о тех ситуациях, с которыми мы сталкиваемся все чаще и чаще. Это прежде всего дифференциальная диагностика между тоже герпесом 6А и 6Б типа, и, может быть, парва B19 вирусная инфекция как таковую, нам тоже в рамках, может быть, герпетической конференции, потому что наиболее часто происходит путаница именно в этой ситуации. И вот все наши ошибки с герпесом 6 типа, с внезапной экзантемой, связаны с гипердиагностикой краснухи. Ну, кто-то придет, кто-то не придет, но я просто обязан напомнить ключевой момент, что принципиальное отличие внезапной экзантемы от краснухи является наличие сыпи, а самый главный аргумент, при герпесе 6 типа лицо свободно от сыпи, единичные элементы на мочках ушей и на крыльях носа, а также та же самая лимфоаденопатия, отсутствие этапности, одномоментное появление сыпи, отсутствие пигментации, и картина крови абсолютно такая же, как и при краснухе. Единственное отличие, если на первой неделе вы назначили анализ, общий анализ крови, может быть инфекционный нейтропении на первой неделе, а на второй неделе инфекционный лимфоцитоз, причем лимфоциты могут в формуле занимать до 80-90%. И поэтому это та инфекция, которая является загадкой, мы считаем себя продвинутыми и ставим модные диагнозы, не имеющие никакого отношения к жизни. И самая печальная ситуация, конечно, с краснухой. Я понимаю, что сейчас ситуация стабильная. За прошлый год всего лишь 25 случаев в Российской Федерации официально краснухи было зарегистрировано. Но вот такая ситуация, как и с коклюшем. Когда мы увлеклись бронхиальной астмой, поголовно стали ставить всем бронхиальную астму, забыли о коклюше, в настоящий момент, не секрет, болеют и дети, и взрослые, и во многих регионах отмечается эпидемический подъем. Потому что на самом деле вакцинальные штаммы давно уже нужно пересматривать. Циркулирующие штаммы, которые вызывают заболевания, ну, в Москве, во всяком случае, можно с уверенностью говорить, принципиально отличаются от вакцинальных. И самое главное, продолжительность постинфекционного иммунитета не превышает 1 года при полном курсе вакцинации. И поэтому решается вопрос о ревакцинации, бесклеточной вакцине. Но вот мы с Ириной Николаевной были на конгрессе, 20-летний канадский опыт показали, что они абсолютно по иреактогенности и иммуногенности
это защитном уровне, что клеточная, что бесклеточная вакцина абсолютно дает непродолжительную одинаковую защиту. И обычно, начиная с подросткового периода, как плюш растет, об этом надо помнить. И не каждая бронхиальная астма в кавычках является бронхиальной астмой. Давайте помнить о частых заболеваниях. И повторяю, что мы открыты для диалога и для того, чтобы в рамках НМО, мы же выдаем вот эти 6 часов сертификат, мы могли бы обсудить достаточно злободневные темы. Потому что раньше была трибуна у нас Московского общества детских врачей, но в силу определенных причин практически нет посещения ни пленарных заседаний, как таковых, которые были каждую среду на Пироговке 19, я понимаю, загруженность выросла у врачей, и интернет-возможности другие появились. Но вот возможность диалога и обсуждения тех ситуаций, с которыми мы можем столкнуться, реальное общение, это вот ту задачу, которую, собственно, мы и ставим. Коллеги, ну и такое важное событие. Сегодня Влад у нас записывает нашу конференцию. Она будет размещена на нашем сайте edupediatrics.com. И с нынешней конференции первая, которая будет в записи. И теперь в будущем все конференции будут у нас в записи для тех, кто не сможет прийти. То есть в любое время вы сможете их отсмотреть. Ну, конечно, приятно вас видеть будет в будущем, но мы понимаем, в каких вы условиях живете, как трудно врачу выскочить из поликлиники и прийти учиться. Ну и, пожалуйста, мы вас очень просим во время перерыва подойти и положить свои пожелания и темы будущих конференций вот на стол, потому что, на самом деле, то, что сказал Александр Васильевич, ну, например, лихорадка Денге, да, ну, кто там, казалось бы, раньше мог бы ее прихватить. Но в этом году мы с Александром Васильевичем были в Южной Африке, а потом с Лет Петровной, Карповым, мы отправили в Зимбабве. И когда мы возвращались назад, то нам мерили температуру в аэропорту. Висело большое объявление о том, что мы очень подозрительны в плане лихорадки, желтой лихорадки, лихорадки Денге. Поэтому, ну, вроде бы мы были в том сезоне, когда не должно, но я, честно говоря, на своей школе испытала, да, что, в общем-то, это может быть вероятность. Поэтому люди наши сейчас мигрируют, путешествуют, и эта вероятность, она существует. Ну и в нашем приемном отделении в свое время был диагностирован случай лихорадки Денге, поэтому все вот эти опасности ближе, поэтому какие-то редкие вещи, с которыми вы столкнулись, мы тоже сможем в будущем обсудить. Ну и, наверное, Александр Васильевич, давайте мы все-таки еще запланируем паразитозы, наверное, в рамках где кишечной инфекции, потому что то, что вы сказанули в плане лимфобриоза, для многих остается еще загадкой, да, лечить или не лечить. Поэтому с этих позиций многие другие вещи давайте попробуем подготовить вы с вами сотрудниками, и мы, гельминтозы, паразитозы, то есть мы вот следующую конференцию, посвященную кишечным инфекциям, давайте половину сделаем, гельминтозы, паразитозы, лечить или не лечить, ну и вторая будет посвящена кишечным инфекциям, которые нас ожидают в СИЗО. Ну, а ваше предложение, пожалуйста, да, может быть, кто-то из вас захочет какой-то случай доложить, поэтому тоже будет интересно, вы можете это.